Вторая стартовал первый открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе в памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Жаксылы Кошкинпирова. О том, как проходит соревнование, смотрите далее в материале. Участие в торжественной церемонии открытия турнира принял аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, известные в прошлом спортсмены, среди которых олимпийские чемпионы Юрий Мельниченко и Ермахан Ибраимов, призеры Олимпиад Акжурек Танатаров и Ильдос Сметов, чемпионы мира по боксу Болат Жумадилов и Марат Мазимбаев, трехкратный победитель турнира Казахстан Барасы Бейбет Истыбаев, а также родная сестра Жаксылы Каушкинпирова. Глава региона подчеркнул важность спортивного мероприятия не только для региона, но и страны в целом. Жаксылы Каушкинпиров золотыми буквами вписал свое имя в историю казахстанского спорта. Он внес свой вклад в развитие этой сферы, и в честь его заслуг в Таразе проводится этот турнир. Жаксылы Кага – это легенда мировой борьбы, мирового спорта. И он огромную роль сыграл в популяризации греко-римской борьбы, классической борьбы. Мы на него все поколения последующие равнялись, равняемся и будем равняться. Ему удалось стать первопроходцем среди олимпийцев и завоевать в 1980 году золотую олимпийскую медаль. Вклад Жаксылы Каушкинпирова в развитие казахстанского спорта и греко-римской борьбы в частности переоценить невозможно. Своим примером он зажег в сердцах многих мальчишек любовь к борьбе. Учитывая это, во дворце спорта «Тараз-Арена», который носит его имя, состоялся открытый республиканский турнир, участие в котором принимают спортсмены 2005-2007 годов рождения из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Мы приехали из Сосновской области и довольно усердно готовились к этому турниру, старались и надеемся показать хороший результат. Какие цели ты ставишь на этом турнире перед собой? Конечно же, занять только первое место, показать достойный результат и не подвести тренеров. В течение нескольких дней ребята, выступающие в 10 весовых категориях, а это 341 спортсмен, будут бороться за звание победителя. Стоит отметить, что за победу и призовые места предусмотрено денежное вознаграждение. Завершится турнир 14 ноября. Риналь Рахматуллин, Серик Тажибаев, Жамбыл Ньюс.